Мы встретились в Москве, и наша встреча произошла в Московской академии хореографии. Я поступала в Большой театр, это был выпускной концерт, и Артем помогал мне как партнер на сцене Большого театра. Потом, наверное, уже спустя некоторое время уже произошла симпатия, уже какие-то вот такие вот появились чувства. Я помню, в интернате была дискотека, и он пригласил меня на танец. Нет, на сегодня, на самом деле, тогда просто зародились, мне кажется, просто симпатии. Большой in Russian means big, and big it is. With some 220 dancers, it boasts the largest ballet troupe in the world. Its iconic stage has been home to such legends as Ulanova, Pavlova, Plisetskaya, and Godunov. It is also home to Artyom Ovcharenko and Anna Tikhomirova, two Bolshoi Ballet dancers whose lives are almost inseparable from the building, and who, like most of us, sometimes struggle with work-life balance. Для нас Большой театр – это как второй дом, потому что мы здесь творим, мы здесь радуемся и, может быть, огорчаемся, да, и печалимся. То есть здесь происходит очень много всего. Но мы уже почти большую часть своей жизни, наверное, посвятили этому искусству. Мы в этом театре, и он, естественно, очень сильно повлиял на то, какие мы сейчас. Dancing at a place like the Bolshoi, it's easy to lose yourself in a history that goes back nearly 250 years. The theater saw the premiere of Tchaikovsky's Swan Lake and works by Rachmaninoff and Shostakovich. The building itself is featured on the back of the 100-ruble note. Only the best make it to the Bolshoi. And once they get here, dancers spend up to 6 hours a day in training and rehearsal. This is where all the work happens, but when it's finished, this is where it stays. Once these dancers leave the building, all talk about ballet is taboo. Дома мы стараемся вообще не говорить о балете. Но это не специально. Да, это не специально. Мы просто решили, ну, там не хочется говорить о балете. Там столько всего интересного. Сейчас у нас дочурка, которая 11 месяцев, и хочется ей посвящать все свободное время. Обычная жизнь, то есть мы встречаемся с друзьями, радуемся также жизни. Просто у нас, наверное, чуть меньше времени свободного, чем у обычных людей. Потому что, конечно, мы большую часть времени проводим в театре, в залах, на репетициях. Я думаю, что здесь очень важно вот, не то, что понимать друг друга, а там, принимать друг друга. Раз это очень важно и в отношениях, и на сцене. Она также видна. Если ты горишь своим делом, то, наверное, это и есть твой путь. И поэтому пока мы горим танцем, пока нам нравится выходить на сцену, и мы получаем огромное от этого удовольствие, как бы это ни было тяжело физически, то мы будем на сцене, будем танцевать. И это, наверное, самое важное.